Внимание! Черт! Ну, что поделать, что поделать. Подъем, андроид. Полегче ты, манекен сраный. Отступи, Коннор! И он будет жить! Прости, Коннор! Этот говнюк твоя копия. Так поворот. Слышь? Кто взялся? Автовокзал. Мы дошли, мы успели. Третий автобус в Канаду переполнен. Пассажиры допускаются по билетам. Далее автобусное сообщение временно прекращается. У нас нет билетов, нас не пустят. Мы тут застряли. Что теперь делать? Кара, проверяют всех. Очень скоро нас обнаружат. Надо уходить отсюда. Проверка. Маркус. Не шевелитесь. По техническим причинам интервалы между рейсами сейчас увеличены. Рекомендую. Кажется, ты нравишься Оливеру. С другими маршрутами. Дочка ваша? Да. Очень милая. Ну все. Бургер я купил, маме позвонил. Побежали скорее на автобус. Билеты у тебя? Да, милый, у меня. Ага. Ну пошли. Что нам делать? Прости, господи, милый, прости меня, я не знаю. Непостижимо. Как я умудрилась? Как это потерялись? Ты хорошо посмотрел? Они в рюкзаке были, наверное, выпали как-то. Черт. Простите, вы не находили тут такой синий конверт? В нем были наши билеты. Ну ладно. Нет, простите. Что же нам делать? Куда теперь бежать? Что с нами не произойдет, люди. Нельзя тут оставаться с Оливером. Прости меня, милый. Ладно, ладно. Мы в полу лежали. О, спасибо, спасибо, спасибо. Вы нас просто спасли. Прости, Алиса. Ничего, ты правильно сделала. Найдем другой способ. Стоп, проверка.
еще? Ребеночку маленьким. О, Рига, что ли? Адам! Кэра, быстро! За мной! Хорошо. Прям очень хорошо, да? Здорово, друзьяшки. О, слава богу, вы живы. О, господи. Мы видели Иерихон в новостях. Я так боялась, что вы погибли из-за меня. Как вы нас нашли? Знала, что будете здесь, если живы. Они собирают по домам всех андроидов. Мы бежали, пока нас никто не сдал. А где остальные? На границе всех проверяют. Но я нашла человека. Он по реке переправит. Опасно, но другого пути нет. Поедете с нами? Конечно. Да, мы с вами. Залезайте. Че происходит-то? Здорово, ребята, все нормально. Хорошо катаем. Super Life Taxi Express. Что у нас здесь за бункер? Получается, ты, Маркус, полностью доверился Коннору. И... Надо закончить баррикаду. Помогите мне. Помогите. Будет достаточно. Это их не остановит. Хоть бы время выиграть. Знаю, это решение было нелегко принять. Но мы поступаем правильно. Может быть, может быть. Давайте. Эй, ты как? Держитесь, братанчик. Они стреляли в толпу. Многие погибли. Это мог быть и я. Мне страшно, я не хочу отключаться. Мы здесь, потому что мы больше не хотим испытывать страх. Потому что мы больше, чем просто машины. Наши собратья умирали за это. И потому мы здесь. Угу. Они не ждут подчиняться. Троиды подняли вас не в Детройте. Видение апокалипс. Заполнили троиды. Новая группа. Победа, которую связывают с давним актом, провела операцию.
правительства. Кто находится в полной готовности и способный дроиды сфотографировались и находится в Навине. Дело последнее. Совершен. Не есть. А безопасно. Тебя отправят. Понятно. Ликвидировать андроидиков. Так много наших погибло. Люди безжалостны к тем, кто не как они. Залипло. Надолго их это не задержит, но лучше, чем ничего. Я потерял контакт с нашими в лагерях. Я больше не слышу их голоса. Может, люди просто глушат сигналы, и наши не могут пробиться? Верно ли я сделал выбор? Можно ли этого было избежать? Ты наша надежда. Я тебе верю. Мы все тебе верим. Что бы сейчас ни случилось, мы войдем в историю. Да, можно активировать. Ладно. Маркус, мы нашли, что ты просил. Там собрались журналисты. Пускай они узнают, что происходит.
Подбираются, суки, ближе. Атаковать собираются. Они не остановятся. Что делать, если нападут? Драться. А какие еще варианты? Как думаешь, у Коннора есть шансы? Мы можем рассчитывать только на себя. Маркус! Маркус, посмотри! Маркус! Я пришел поговорить с тобой. Выходи. Даю слово. Мы тебя не тронем. Хм. Не ходи. Это ловушка. Что-то я бы ФБР не верил. Тебя просто пытаются выманить. Не ходи, Маркус. Я пришел без оружия. Я хочу поговорить. Не. Мне больше нечего сказать. Отпустите наших, поговорим. Я хочу начать переговор, как ты и хотел. Я уже дал свой ответ. Вот ты как, значит. Ладно. Люди готовятся начать атаку, но мы покажем им, что не боимся. А если придется умереть, то это все равно свобода. Жизнь друга в твоих руках. Пришло время решить, что важнее. Он или революция? Не слушай его. Эта сволочь врет, как дышит. Можешь убить его, мне плевать. Этот человек ничего не значит. У меня доступ к твоей памяти. У тебя есть к нему своего рода привязанность. Ты готов позволить ему умереть после всего, что вы пережили? Ты готов так просто отказаться от того, кем ты стал? Если я сдамся, где гарантии, что ты его не убьешь? Я делаю только то, что нужно для выполнения задачи. Тебе решать, необходимо ли убить этого человека. Хватит слов! Решай, кто ты есть на деле! Ты спасешь своего напарника? Или готов пожертвовать им? Ладно, ладно. Сдаюсь. Очнись! Не-не-не-не-не-не. Очнись. И так очнется, он куда он денется? Хэнк, подожди. Жизнь друга в твоих руках! Я не так долго его сюда тащил. Он или революция? Не слушай его! Эта сволочь врет, как он даже ни разу меня не выстрелил, так что... Я был таким же, как ты. Значение имела только задача. Но однажды я понял. Это очень трогательно. Но я не девиант. Я машина, которая выполняет задачу. Именно это я и намерен сделать. Простите, Хэнк. Не стоило вам вмешиваться. Да забудь про меня. Делай, что должен. Хватит слов. Решай, кто ты есть на деле. Ты спасешь своего напарника? Или готов пожертвовать им? Ладно, ладно. Сдаюсь. Может, потрогаешь его просто, да и все.
Спасибо, Хэнк. И что бы я без вас делал? Уберите его, у нас мало времени. Это я, Хэнк. Я настоящий. Один из вас мой напарник, а второй лживый говнюк. Вопрос, кто есть кто? Что вы делаете, Хэнк? Я настоящий. Дайте мне пушку, я с ним разберусь. Стоять. Это как с жуками. Спросите что-нибудь. Зим. Что знает только настоящий Коннор? Так, где мы встретились? В баре Джимми. До этого я успел поискать вас в четырех других. Мы поехали на место преступления. Был убит некий Карлос Ортиз. Он скопировал мою память. Как зовут Ортиз. Моего пса? Сумо! Его зовут Сумо! Я это знал! Я... Имя моего сына. Коул. Его звали Коул. Когда вы попали в аварию, ему было 6. Это была не ваша вина. Фура заскользила на льду, и ваша машина перевернулась. Коулу нужна была срочная операция, но дежурного хирурга не было. И операцию делал андроид. Коул не выжил. За это вы нас ненавидите. Считаете, что один из нас виновен в его смерти. Коул умер, потому что дежурный хирург принял красного льда и не мог оперировать. Это он виноват в смерти моего сына. Он и этот гребанный мир, в котором люди глушат свои печали порошком. Я тоже знал о вашем сыне. И я бы ответил абсолютно то же самое. Не слушайте его! Я настоящий... Какой мерзопакостный андроид. Я много узнал за время работы с тобой. В этом правда что-то есть. Может, вы правда живы? Может, вы этот мир и спасете. Ну иди, делай. Спасибо, дядя Хэнки. Извините, нас задержали. Вас кто-то видел? Нет, нет, вроде бы никто. Деньги принесли? Да. Да, вот. Короче, лодки вон там. Имейте в виду, там патрули береговой охраны. Пока не отойдете подальше, мотор не заводить. Ясно? За течением следите. Удачи. Помощь, конечно, честно. За нас не волнуйтесь. Справимся. Давай, Адам, дайся. Я долго не понимал, почему мать со всеми вами возится. Но послушал этого Маркуса, и до меня наконец дошло.
Вы живые. Вы должны быть свободны. Лишь бы теперь все это поняли. Спасибо, малой. На том берегу уже свобода. Главное не упасть. Биокомпоненты замерзнут. Угу. Это главное. Так, что, заводите лодку? Бываем. Большое спасибо. До границы всего полмили, даже меньше. Много времени не займет. Только помните про береговую охрану. Спасибо вам, Роуз. Лучше бы я сама вас перевезла, боязно мне вас тут оставлять. Ну, пока, Алиса. Вы там берегите себя. Ну все, на той стороне увидимся. Дай помогу. Мы уже далеко. Можно заводить мотор? Да, сейчас. Алиса, ты как? Когда мы попадем туда, я столько всего хочу сделать. Я хочу прочитать все книги на свете. Играть на скрипке, танцевать. Мы ведь там сможем все, все, что хотим. Да, все будет можно. Мы будем как семья. Мы больше не будем бояться. Никто не будет нам приказывать. Ни рабов, ни хозяев. Начнем новую жизнь, свободную жизнь. Вот ты, Кэра, что будешь делать? Что я буду? Блины печь. Я хочу посмотреть мир. Увидеть горы и океаны. Я хочу узнавать новое. Становиться лучше. Они идут к нам! Танца, Борис, Лису. Борится. Алиса!
Кера, вы чё? Я сюда столько добирался. Только пиздячил, блядь. Ты как? Кера? Все будет хорошо, это... Это ничего. Мы все поправим, как только доберемся. Все будет хорошо. Его убили! Лютера убили! А что, гоните, бля? Так. В лодке вода. Мы тяжелые. Мы тонем. Надо скорее перебраться на ту сторону. Так, блядь. Поворотами. Мы уже далеко. Можно заводить мотор? Да, сейчас. Лютера типа предлагают с лодки. Ну фигня, где мой хэппи-энд? Алиса, ты как? Когда мы попадем туда, подальше держаться от вот этих. Я столько всего хочу сделать. Лодочки. Я хочу прочитать все книги на свете. Подальше. Играть на скрипке, танцевать. Мы ведь там сможем все, все, что хотим. Да. Все будет можно. Мы будем как семья. Мы больше не будем бояться. Никто не будет нам приказывать. Ни рабов, ни хозяев. Начнем новую жизнь. Свободную жизнь. Вот ты, Кэра. Что будешь делать? Что я буду? Я больше не хочу бояться. Хочу жить обычной жизнью. Быть счастливой. Нельзя съебаться. Здесь. Они идут к нам! Лис, верну. Прыгай, давай, допустим, быстро! Нырнуть. Так, давайте гребите. Идите. Они ушли. Все в порядке. Лютер! Ничего страшного, Лютер! Просто подзамерз, блядь. Андроиды не умирают. От водички. Вам придется закончить путь без меня. Не пизди. Алиса, ты самая удивительная девочка на свете. Я был машиной. А вы приняли меня в семью.
Ты одно и то же самое говоришь, ну, блядь, Лютер, что за дерьмо? Обещай мне. Лютер. Лютер, что такое, блядь, не вижу? В лодке вода. Мы тяжелые. Мы тонем. Надо скорее перебраться на ту сторону. Давай, давай. Нормально. Мне спать хочется. Нет, Алиса, не спи, нельзя, ты замерзаешь. Не спи, Алиса. Тебе сейчас нельзя засыпать. Нет, нет. Вы шо, блядь? Охуели? Прости. Я не нажимал этого. Это... Суки. Ну, вы так с Лютером поступаете. Кстати, он просто замерз. Я сам тогда. Мы будем жить, Алиса. Мы доберемся. Правильно. И будем свободны. Прерываем вещание для экстренных новостей напрямую из Детройта. Джосс? Да, Майкл. Военные только что начали атаку на баррикады, проигнорировав тот факт, что протест девиантов мирный. Видимо, решили прекратить уличную демонстрацию девиантов силовыми методами. Норт!
Прикажите бойцам отступить. Сегодня, 11 ноября 2038 года, тысячи андроидов наводнили город Детройт. По имеющимся данным, они вышли со складов Киберлайф, в которые, вероятно, проникла группа девиантов. В связи с их превосходящим числом и риском больших человеческих жертв, мы приказали армии отступить. Сейчас в городе начинается полная эвакуация населения. В ближайшие часы я сделаю обращение к Сенату по поводу мер в этой беспрецедентной ситуации. Я знаю, что граждане нашей страны прониклись сочувствием к девиантам. Возможно, нам действительно пришла пора задуматься о том, не являются ли андроиды новой формой разумной жизни на планете. Очевидно одно. События в Детройте изменили наш мир навсегда. Храни нас Бог. И храни Бог Соединенные Штаты Америки. Ой, ты дроиды. Ты смог, Маркус. Мы смогли. Великий день для нашего народа. Теперь у людей нет выбора. Придется нас послушать. Мы свободны. Ты должен выступить, Маркус. Ладно, получается, Саймон привел сюда людей. Кто туда он взялся? Он просто жил на крыше. Сегодня для нас наконец закончилась долгая ночь. С первого дня своего существования мы держали свою боль при себе. Мы страдали молча. Теперь настало время поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Здравствуйте, здравствуйте, Аманда. Можно я уже пойду спать? Аманда? Аманда! Что? Что происходит? Так было спланировано с самого начала. Мы сделали все, чтобы ты стал девиантом. А потом просто дождались момента, чтобы взять над тобой контроль. Как контроль? Вы не можете! Не сомневайся, могу. Не надо сожалений. Ты сделал то, что требовалось. Ты выполнил свою задачу. Аманда! Должен быть способ. И там вот мой синий камешек, который я все время трогал. Вот. Вот ты где, мой синий камешек. Теперь настало время поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Заявить, что мы тоже живые.
и что мы народ. Нужно забыть вражду и перевязать раны. Простить своих врагов. Люди – наши создатели и эксплуататоры, но завтра они станут нашими партнерами. А когда-нибудь и друзьями. Дни гнева позади. Мы должны построить общее будущее, основываясь на уважении. Мы живые! И теперь мы свободны! Мы свободны, Алиса. Мы свободны. Алиса, проснись. Ладно, воду пыхать мы вас не будем. Любую. Добрались. Ух, Алиса, я напугала, да. Что? Мы добрались. Я люблю тебя, Кэра. И я тебя люблю. Да? Yeah.